Вокруг нас много интересного. И когда мы садимся ужинать или обедать, нам есть о чем поговорить, обсудить увиденное, услышанное, пережитое за этот день. Но что-то, может быть, самое важное остается за кадром на потом, а потом не происходит. Собственно, мы поговорим с вами о счастье каждого из нас, о целостности, о том, как все работает или почему вдруг это не происходит. В общем, никаких специальных разговоров, просто поговорим о самом важном. До встречи.